столице Кузбасса открылся домовый храм в честь собора кемеровских святых. Малый чин освящения совершил правящий архиерей Кемеровской и Новокузнецкой епархии. Церковь обустроена в одном из помещений многоотраслевого производственного объединения «Кузбасс», руководство которого выступило инициатором строительства храма и его главным благотворителем. Идею строительства активно поддержало руководство угольной компании «Заречная», стратегического партнера МПО «Кузбасс». Для того, чтобы люди пришли сюда, постояли, помолчали, что-то сказали для себя, для души. И со спокойной совестью работали. Если человек, у него все хорошо в душе, у него нет никаких колебаний, он и работает нормально. Все работают продолжительное время и не могут себе позволить выйти в храм. И так как мы находимся все равно на отдалении все-таки от города. Большое спасибо нашему руководству, что нашли возможность, вложения сделали определенные и обустроили вот этот храм. Храм в честь собора кемеровских святых на сегодняшний день единственный в Кузбассе. Уникальность его не только в названии, но и в храмовой росписи. В верхнем ее ярусе изображены почти все святые собора новомучеников кузбасских. То, что святые присутствуют на росписи в храме, собственно, в этом-то нету ничего необычного. Но то, что они именно собраны здесь в таком качестве, в качестве собора новомучеников именно кузнецких святых, то есть тех святых, которые пострадали на Кузнецкой земле, вот это, пожалуй, прецедент, которого пока еще не было. Не всех из них сохранились из-за изображения, потому что многие из них, как и многие новомучеников, из новомучеников не сохранилось и личных дел каких-то не сохранилось, их ни фотографий, ни описаний, только лишь в архивах сохранились их имена как пострадавших. Ну а те, которые представлены, от которых сохранились фотографии их и изображения, мы здесь и постарались их воспроизвести, их лики, не такими, какими они были при жизни, наверное, это не совсем портреты их, а как бы они именно здесь изображены уже как святые, то есть как их представляет церковь. Для художников это была очень интересная работа. По фотографиям, по сохранившимся архивным материалам постараться написать иконы святых. В храме был установлен удивительной красоты золоченый иконостас, привезенный из мастерской Екатеринбурга. Художники мастерской восстанавливают древневизантийские орнаменты в своих работах. Поэтому, конечно, престолы, жертвенники, иконостасы, которые они изготавливают, они очень нарядные, пышные, интересные и в то же время очень канонически выдержаны в своем стиле, как бы в символике. Вот, конечно, вот это очень здорово. И тогда, когда думали о создании, о благоустройстве, благоукрашении первого в Кузбассе храма в честь собора кемеровских святых, хотели сделать, чтобы он был самым красивым, запоминающимся. В православной церкви установлен особый день почитания собора кемеровских святых. Он совпадает с датой празднования Дня шахтера в Кузбассе. Я хотел бы в этот знаменательный день всех вас поздравить, особенно тех, кто здесь трудится, пожелать вам обильной помощи в вашем труде, потому что он самый главный. Он связан с самой первой профессией в Кузбассе, с шахтерским трудом, с добычей угля. Примечательно также и то, что новый храм открылся в год, когда вся Россия будет отмечать 75-летие Дня памяти жертв политических репрессий. Церковь, да и страна наша, вспоминает страшные годы политических репрессий и преследований. Тех наших соотечественников, которые положили жизнь свою в те кровавые годы террора. Церковь призывает нас с вами постоянно к тому, чтобы свято хранить память о наших соотечественников. И этих соотечественников церковь именует новомучениками и исповедниками российскими. Кузбасс обрел еще одну православную святыню, которая станет настоящим украшением края и будет напоминать всем его жителям об исторических событиях, ставших уроком для всех нас. Когда ехал сюда, думал о том, что насколько удивительное событие сегодня происходит.
оно удивительное потому, что оно стало обычным. Понимаете, вот в этой обычности и самое удивительное и торжество, что мы стали очевидцами как-то милости Божией, не за наши какие-то заслуги, но вот по милости Божией мы стали очевидцами того отрезка истории, когда восстанавливается храм. Появление храмов в больницах, как и в тюрьмах, как бы само собой, ну, как бы понятно, потому что там человек находится в состоянии скорби. И он нуждается в этой помощи. Но то, что стали появляться храмы на производственных предприятиях, шахтах, фабриках, заводах, вот, в управлениях, это говорит о том, что понимание, что вот эта помощь Божия человеку нужна в каждом мгновении его жизни, вот, оно приходит людям. Вот это здорово. Люди чего-то хотят, если те, кто поставлен думать и руководить, понимают важность храма Божия, важность веры для людей, это говорит о том, что общество меняется.